Легко ли открыть собственное дело, с чего начать бизнес и как получить грантовую поддержку? Ответы на эти и другие вопросы смогли получить участники брифинга, посвященного теме развития малого и среднего бизнеса в Ноябрьске. Участниками мероприятия стали представители администрации, предприниматели, а также студенты и простые горожане, которые мечтают открыть собственное дело. Брифинг прошел в рамках городской недели молодежного предпринимательства, которая продлится до 23 марта. Во время этого события будут организованы занятия со школьниками и воспитанниками детских садов, тренинги и экскурсии для всех желающих. Городская неделя предпринимательства проходит в Ноябрьске не первый раз и, по мнению организаторов, дает свои результаты. Результаты, да, действительно были. У нас помимо этого мероприятия проходят систематические различного рода тренинги, на которые приходит заинтересованная молодежь, которые пишут бизнес-планы, о которых шла речь, подают их на гранты и выигрывают гранты, открывают свое дело. Я открыла собственное дело еще год назад. В декабре 2012 года я получила грантовую поддержку от администрации в размере 300 тысяч. Это дало мне какой-то стартовый такой капитал, то есть это помощь. Да, было тяжело написать бизнес-проект, это вот такая сложность была. Я получила грант только со второй попытки, но настойчиво я просто задалась целью, я переделала бизнес-проект, сдала его.